Ну а перед тем, как мы сегодня будем открывать кейсы, я бы хотел вам напомнить про свой промокод Yokin40, который дает 35% к депозиту. Грубо говоря, вы можете пополнить на 1000 рублей, сверху получаете 350. 10 тысяч это 3500, ну и понятное дело, чем больше, тем больше вы получаете денег сверху. Ссылка на сам сайт, а также промокод в закрепленном комментарии под данным видеорекордингом, там все есть. Let's get it на наше видео. Ну что ж, мои дорогие друзья, мы снова находимся на сайте MyCSGO, стандартный кейс. Все это и многое другое сегодня в нашем открытии, так сказать. Сегодня у нас будет очень лютое открытие. И также сегодня у нас будут апгрейды и контракты. Баланс у нас сегодня довольно-таки жирненький. 29 тысяч рублей. Это, конечно, не 100 тысяч, не 200 тысяч, как это у нас было пару открытий назад. Но сегодня для вас подготовил очень интересный контент. Смотрите внимательно. Тут у нас лежит три скина. Фальшион кровавая паутина, обмотки рук синие черепа и обмотки рук осторожно. Все это, конечно, в совокупности у нас стоит 84 тысячи. Но, в принципе, что я для вас предлагаю? Прямо сейчас я хочу сделать из них апгрейд. Да, почему бы и нет? Я хочу апгрейднуть данные скинчики. У нас и баланс хороший, и я думаю, апгрейд должен зайти на ура. Предлагаю фальшион. Давайте попробуем сделать его на 1.5. Если, конечно, он получится, я буду очень сильно счастлив. Поэтому... Да есть же. Да ну сюда. Окей, перчатки. Можно керамбитик. Можно попробовать убийство. Складной нож. 58. 58%. Там был очень красивый нож. А что? Где? Я очень его хочу. Где оно? Давайте пробовать искать его. Я его очень хочу. Даже про... Вот, ладно, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Слишком как-то, ну, вообще не то. Не. Да, да, давайте его. Let's get it. Пожалуйста, пожалуйста. Но нет, ну кого? Ну почему мне с апгрейдами так не везет? Ну это просто, это unlock undead, это просто unlock. Все, короче, на отъебе сделаем, она все равно не зайдет. У меня настроения нет. Ребят, у меня нет настроения. Ну что? Ну я мог забрать. Окей, без проблем, давайте откроем кейс-смайл. Не так давно он на сайте MyCSGO вышел, все скинчики перед вами, тут и пустынная гидра, М4А1С добро пожаловать, они таджи есть, USPS убийство подтверждено, М4А4 Азимов, АК-47 Fuel Injector, керамбит пыльник, не знаю для кого этот керамбит вообще придумали, мне он максимально не нравится. Предлагаю три раза открыть, медленно, честно, я даже смотреть не хочу. No. Я лучше, знаете, понаблюдаю за стеночкой, посмотрю, что тут вообще есть. В надежде на то, что нам это окупило. Давайте так. 3, 2, 1. Сколько там было? О, ой, мы окупились. Я почему-то думал, что он дороже был. Ну ладно, предлагаю еще один раз открыть. Попробовать с него выбить нож хотя бы. Ну, мы его очень много на самом деле просто раз открыли. Ну почему ты не докатился? Ну почему ты, родной, не докатился? Ну, пожалуйста, ну мог же дать. Какой-то unlock undead, честное слово. Ладно, 11 тысяч у нас имеется. Предлагаю открыть Anubis Collection. Ну почему бы и нет? Ради интереса можно попробовать его пооткрывать. Мы его с вами, кстати, на MyCSGO не так часто, по-моему, вообще ни разу не открывали. Поэтому предлагаю его немножечко, так пару раз пооткрывать. Ну и maybe попробовать отсюда вот что-то даже годное и выбить. Maybe даже и получится. Что тут из годного? Тут есть хорошая эмочка, воды, нефтиды, фамос и P250 проклятие Апопа. Мне, кстати, когда-то в CSGO... Да, именно в CSGO, не CS2. Дропался этот P250. Я орал, визжал просто как девочка, потому что он на самом-то деле тогда дорого стоил. А эта коллекция не так давно тогда вышла именно в CSGO. Я тогда просто был счастлив. Я вижу, мне прилетает этот P250, и я просто в замешательстве, что мне с ними делать. Конечно, я благополучно слил этот P250, я его никуда не дел. Ну, так сказать, хотел попытать еще удачу. Вы прекрасно знаете, что открывать кейсы, конечно... Именно в CSGO, в CS2 это немножко печальное дело. Я пока с вами разговаривал, я забыл вообще о том, что у нас баланс с вами пропадает. Давайте попробуем открыть, кстати, Norse кейс. А вдруг что-то выпадет хорошее? Прикиньте, астральный Ермунган за 23 тысячи. Ладно, что-то я сильно прям много захотел.
2000 мы имеем. Быстро открываем. Ой-ой-ой-ой-ой, почти Гунгнир докатился. Ничего себе. А прикиньте, Гунгнирчик за 800 тысяч. Сколько? Ого, а что ты так дорого стоишь, дорогой? Как-то очень много ты стоишь. 7900. 7, мать его, 900. А давно XM-ка так стоит? Я дико, ребят, извиняюсь, а давно она так стоит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. О, боже. Я подумал, это Гунгнир был. Я подумал, там был Гунгнир. Да ну, если... Бля, я хочу Гунгнир. 800 тысяч, 800, мать его, тысяч. Гунгнирище. А может, захочешь мне прямо сейчас дропнуться, я тебе заверу к себе в инвентарь, никому никогда не отдам и буду о тебе заботиться? А прикиньте, это ж такой контент будет. Гунгнир. Кому когда-либо дропался Гунгнир? Я знаю, его все просто крафтили. Но чтоб дропнуться, это еще надо постараться. Это какой-то ужас. А ну, давайте пробовать. У нас 8 тысяч на балансе. Maybe, может, занесет и реально даст... А прикиньте, пламенный Ермунган, там какой-то Мьёльнир, Неги, в который стоит 185 тысяч. Ну, ну. Ой, 6 тысяч стоило, прикиньте. Да? Сколько? Где? 6200. Ого. Сегодня прям радует открытие. Маховый кварц, 2300. Опять, блядь. Он так байтит. Он прям очень сильно байтит. Он прям так и хочет, чтобы я его открывал дальше, дальше и дальше. Вон, лабиринт. Сколько? 2000. Неплохо. А давайте откроем 5 раз. Ой, 4 раза. Халява. Халява! Да ну! Хорошо, да как? Поехали дальше. Ну, это точно не окуп. 3000. А ну, следующее. Я не знал, что этот кейс так может окупать. Я нашел самый окупной кейс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же ты любишь байтить, твою же мать, боже мой, ты так байтишь меня, чтоб я тебя дальше-дальше и открывал, ай, блять, опять, он прям так пролетает, оно так немножко, знаете, глазом ты смотришь, и оно немножко останавливается на нем, ну ладно, то, что нам выпал дигл, это вообще пиздец, я на него даже не ожидал, что нам дропнется, хороший сегодня заносик, знаете, да, мы сегодня просрали очень много скинчиков, но я как-то даже рад. Неоднозначно рад за такой хороший подгончик с кейса за 1100 рублей. Я предлагаю, да, второй открыть. Но тут 100% ничего окупного, да? 300 рублей. Три раза. Да, как-то тут вообще все плохо. Как-то неинтересно. Ну, давайте откроем его один раз. Суш. 58 рублей. Ну, тоже неплохо. Все выходит на 47 тысяч. Окей. Всем спасибо за просмотр. С вами был Йокин. Все ссылки, также промокод закреплен в комментарии под данным видеорекордингом. Всем бай-бай.